Созданный в 2005 году, высокопроизводительный комбайн «Акрос» нацелен на уборку полей с урожайностью до 80 центнеров с гектара. При разработке комбайна во главу угла было поставлено повышение производительности, экономичности, надежности и комфортабельности. Всего того, что образует в сумме экономическую эффективность его использования. «Акрос» создан на базе отлично зарекомендовавшего себя однобарабанного молотильного аппарата с пятиклавишным соломотрясом. Конструктивные изменения повысили эффективность машины на 10% по сравнению с предыдущей моделью. Прежде всего, изменена жатвенная часть. Мы применили новый режущий аппарат, гидравлический привод мотовила, изменили систему копирования и другие элементы. В целом, это повысило надежность протекания технологического процесса и скорость резания. Из практики известно, что на уборке 5% рабочего времени тратится на выгрузку зерна из бункера. С целью сокращения этого времени мы в два раза увеличили скорость выгрузки и в полтора раза увеличили емкость бункера. Теперь на полную разгрузку «Акрос» требуется не более 2 минут. Высота выгрузного шнека позволяет производить беспрепятственную выгрузку зерна в любой грузовой транспорт. Особое внимание уделено стабильной работе выгрузного устройства в условиях высокой влажности. Запатентованная система выгрузки и гидропульсаторы исключают возможность перегрузки и забивания. В конструкции комбайна использован двигатель мощностью 250 лошадиных сил с турбонаддувом. Этой мощности вполне достаточно для высокопроизводительного использования комбайна в самых экстремальных условиях уборки. Новый двигатель потребляет топливо на 5% меньше. Для большей экономии появилась возможность отключения привода молотилки при выгрузке. «Акрос» нацелен на высокий темп работы. Переезды с поля на поле занимают минимум времени. Транспортная скорость составляет почти 30 км в час. Благодаря новой 4-диапазонной трансмиссии комбайн легко взбирается на холм даже с полным бункером. Просторная 2-местная кабина с системой отопления и кондиционирования, повышенной звукоизоляцией и продуманным размещением органов управления порадует самого взыскательного оператора. Аудиосистема, охлаждающая камера для питьевой воды, регулируемые кресла и рулевая колонка – все создано для удобства работы комбайнера. Современный бортовой компьютер, которым оснащается «Акрос», обеспечивает максимально автоматизированное управление рабочими органами. Эффективная экономика невозможна без системы учета. В любой момент времени при помощи бортового компьютера оператор может узнать убранную площадь, пройденный путь и количество выгруженных бункеров. Универсальность комбайнов «Россельмаш» является основой их высокой рентабельности. Широкий выбор адаптеров и дополнительных приспособлений позволяет максимально продуктивно использовать комбайны на уборке разнообразных культур. При раздельной уборке «Акрос» оборудуется платформой-подборщиком. Как и жатка, это приспособление способно копировать рельеф поля в продольном и поперечном направлениях. Надежная защита элементов подборщика от забивания, наматывания и сдувания массы ветром обеспечивает его устойчивую работу даже в неблагоприятных условиях. Специально разработанная для уборки подсолнечника 8-ритковая жатка собирает не менее 98% урожая. Жатка надежно работает на любом агрофоне, включая низкорослые гибриды подсолнечника. Для уборки кукурузы на зерно используются 6- или 8-ритковые жатки, обеспечивающие производительность до 4 гектар в час. Специальная рапсовая приставка позволит в 3-4 раза сократить потери семян при скашивании и дополнительно собирать до 100 кг зерна с гектара посева. Для обработки незерновой части урожая комбайны оборудуются измельчителями соломы, которые легко переключаются в режим укладки волка.
Благодаря мощному освещению комбайны «Акрос» могут продолжать работу даже ночью. В течение всего сезона уборки и в самых разнообразных агротехнологиях, добиваясь максимальной отдачи от вашего бизнеса.